Сейчас я достану. Брат Володя просеивает муку. Да, там катыши есть. От катышей. Будем печь лепешки. На сковороде вот этой вот. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 241. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 9 августа 2016 года. Вторник. Ну что, пошел, как всегда, утром тут ребят ставить на работу. Какие-то Виталий, Володя. Рыжковский раз закончили. Надо срочно, пока доски целые не утащили, делать короб для стока воды. Пошли, дождик накрапывает. Я пошел в блок дяди Рису, я его обязан сопровождать все время с ним. Дождик, я работать не буду. Я говорю, а может дождика не будет. Ну хоть вы знаете, где наш последний объект. Это Южный пруд. А пошли когда. Ну не так там, он сдвинул солому. Хорошо сдвинул. Завалили эту первую траншею. Он дальше пошел. Я говорю, боюсь, там трава одна, я свалюсь. Ну, когда дошли до конца, хорошо, что все убрали. Я зашел и говорю, вот эта сторона к дамбе и с той стороны одинаковая. Вон там такое углубление делали 20 там, лет назад, а сегодня там лужа стоит. Он говорит, я утону, кто меня вытащит? А я по порядку все рассказываю. Он дальше разворачивает, спускает туда бульдозер. Ну, крепко корни сидят, он с трудом, кое-как его. Ему надо ниже взять, землю сковырнуть. Так еще надо глубже, я говорю, конечно, такого. А зачем этот пруд? Отдыхать, а тут вытащил корни, лежат они вот так вот, корни во все стороны. Я говорю, надо бы туда убрать. А зачем убирать? Лежало, пусть лежит, ну, как старая брязь отвечает. Я говорю, тут никак не пойдет. Тут будут люди, тут пирс, тут будут приставать корабли наши. Ну, он начал делать тогда. Опять дождь пошел. Володя звонит, привез мне обед. Все пришлось назад вернуть. Я говорю, давайте, позвонил, пришел вам. Вы были на мосту, то есть на плотине Рыжковского. Не Рыж, да. Вернуться надо. Вот он посмотришь, вот. Вот события эти, они как-то сами друг за друга цепляются, одно к одному. Вот он залез туда, не тонет. Вы, получилось правильно. За насыпью какая земля, здесь уровень один, значит у нас топи никакой нет. Он начал эти корни выворачивать. Треска стоит, но маленько поработал, в общей сложности получилось 2 часа. Туда-сюда доехать ему, это все входит, как будто бы он работает. Начальник их позвонил, будто бы кому ему сказал, что он едет. Ну едет зачем? За расчетом. Ну худо или бедно, а он наработал все-таки. Вот сегодня 2 часа. Вчера, допустим, он работал хорошо, 9,5. От этого было и меньше. В общей сложности я ему уже должен 64 тысячи. Ой-ой-ой. Ну, если бы Господь не помощник через своих детей, то нигде бы еще не было. Ну, еще решил он ехать. Позвонил начальнику, и домой я пойду. Говорит, да ты сиди здесь, молись, зачитай Слово Божие. Ему советую. Да нет, я поеду. Я говорю, что скучать-то? А что делать? Я вот нельзя, ну что делать? Вот здесь стоять вы здесь не будете. У пруда его и нету. Надо домой гнать машину. И главное, мне надо зафиксировать, когда она заглохнет. И в это время начать. Ну и все. Вышел дождь. Привезли в пятницу доски с Шарчина. Посчитали, каждая доска 310 рублей. Доска обрезная. Сороковка, длина 6 метров. Вот.
20 сантиметров, 40, 4 сантиметра толщина. Посчитали, не хватает больше 5. Сами отобрали. Стали смотреть, там гнилые всякие не ложили. То есть не поехали, кто-то ночью или что подменили. Цена-то большая в разнице. Ну вот и все. Сегодня дождь. Пошел Алексей, позвонил тому, у кого брали доски, там и гнилых натолкали. Оплатили по 6500 за кубометр. Мы, а в кубометре-то там и не так и много. 20, кажется, одна доска. 21 доска всего, как я назвал, какой размер у них. Тот согласился, что могли обмануть, вы приедете, еще я вам так дам. Я говорю, ну, ручаться ни за кого нельзя, не верующие, значит, он годится. Но вот если он так отношения сохранит за счет того, что даст нам доски, вот и говорит о том, или он близкий к уверованию, или что-то. Неверующему зачем это, если он живет здесь один раз? Ищи лукавых людей. Поэтому еще, побыл у Леши, узнал, он с ним созванивается, который там с досками-то. И везде. Вот вчера загрузили, этот приехал. Барабаш. И заправлять начал масло, там что у него. По-настоящему заправить-то. И получилось по-настоящему-то. Вот такая история. Масло 10 литров по 70 рублей литра. 700 рублей. Вот смотри, что получается. Дизельное топливо. 260 литров он залил. 34 рубля. Итого 8840. А всего 9510. Он не мог приехать, бульдозерист, никак. А начальник говорит, тогда у барабаша займите. Ну, тот налил канистры по 20. Хорошо, быстро. 40 минут ушло, пока я туда-сюда ездил. И вот заправились. Я тогда ей поехал, Игорю отдал деньги. Все как положено. А уже дальше еще будет, один Бог знает. Это вот событие, которое, ну, еще если в интернете я не был, что-то сломалось, не знаю, даже сломалось или как, у тарелки. Отправил сегодня в город. Без этого, конечно, еще можно только для себя делать. Богу слава за все, веки аминь.